Сносить нельзя. Власти польского города Замост выступили против ликвидации памятника советским военнопленным. Споры о демонтаже мемориала идут уже много лет. Некоторым горожанам не нравится, что на памятнике серп и молот. Этот монумент в черном списке из 500 памятников. По мнению Института национальной памяти Польши, их надо снести за пропаганду тоталитаризма. Но в горсовете настаивают, это часть истории и дань памяти тысячам погибших в фашистском концлагере.